Здравствуйте. Сначала кратко, без комментариев. Украинский язык на Запорожье не будет иметь статуса государственного. В Японии заговорили о мирном договоре с Россией. Полиция попросила Следственный комитет возбудить дело за фейк о госвласти в отношении Собчак. Первый корвет для военно-морских сил Украины спустила на воду в Турции жена президента Елена Зеленская. Новосибирская область выполнила первый этап частичной мобилизации. В связи с упреками наших читателей, типа «а работать не пробовали» или «только клянчить», я сбор средств прекращаю. Все равно за все время пришли буквально какие-то копейки. А работать я пробовал. В 1978 году, например, месил бетон. Позже заправлял кишки разным пострадавшим на скорую. В газетах работал. В разных госструктурах, в том числе режимных, и даже в правительстве Российской Федерации. И выработал себе пенсию по возрасту 15 547 рублей 73 копейки. Вероятно, наши читатели полагают, что мне следует ночами разгружать вагоны, а с утра готовить новости в виде заслуженного отдыха. Теперь подробно. Сегодня много. Почему вторая армия мира проиграла бой местного значения? Потери вооруженных сил Украины из-за ударов воздушно-космических сил России на Красно-Лиманском направлении превысили 200 военных, 320 раненых. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Но мы, конечно, обязаны принимать все, что скажет генерал Коношенков, на веру, то есть не критически. Но все же откуда такие цифры? Российская армия покинула Красный Лиман, то есть возможности посчитать трупы и раненых не имела. Цифры оценочные. Причем, как правило, военные, давая такие оценки, стараются, ну, скорее завысить, чем занизить цифры, это же понятно. Ну, допустим, 200-200 с украинской стороны. Это что, итоги мощного сражения? Нет, на Epic Battle явно не тянет. Бои местного значения. Конечно же, 200 погибших – это 200 трагедий. Но на исход войны или спецоперации, кому как нравится, это повлиять не может. Ну, тут другие порядки цифр должны быть. Но битва за Красный Лиман приобрела политическое значение. Только-только Путин подписал присоединение новых территорий, как они потихоньку стали отваливаться. Генерал Лапин принял сугубо военное решение не терять людей при обороне из неудобной позиции. Ну, а Кадыров и Пригожин куда более интегрированы в политический процесс. Увидали, что увидали. Они сами на этот счет высказались, не стану повторять. Однако я о масштабе событий. Как вторая армия мира и точно первая в Европе могла проиграть бой местного значения? Как могли позволить, чтобы создалась угроза окружения? Где резервы, которые должны были разом смести противника и отбросить, куда Макар телят не гонял? Как ВКС могли нанести удар, который оказался противнику, как слону дробина? Так, глядишь, выяснится, что ВСУ войдет в Воронеж двумя полуротами. НАТО предупредило союзников о возможном пуске суперторпеды «Посейдон». НАТО разослало своим наиболее важным союзникам отчет разведки о передвижении российской атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», которая может впервые испытать суперторпеду «Посейдон», пишет итальянская ракета «Република». Боевая нагрузка торпеды «Посейдон», по оценке экспертов, сопоставима с межконтинентальной баллистической ракетой. Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют оружием апокалипсиса, говорится в материале издания. Как считает «Република», американские спутники с инфракрасными датчиками, созданные для отслеживания пусков ракет, окажутся бесполезными в случае применения «Посейдона», так как эта торпеда была спроектирована так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км в час. Но если это так, то происходящее – это уже не угроза применения тактического ядерного оружия, а нечто большее. На что ответа у Запада нет. Ну, кроме пуска всех имеющихся в наличии МБР. То есть все.
Глоба предсказал рискованное время. Астролог Павел Глоба предсказал, что на конец октября и начало ноября на планете наступит тяжелое время, когда глобальные риски будут многократно увеличены. Этот прогноз совпадает с сугубо прагматическими оценками ситуации в мире. Я весьма внимательно отношусь к серьезным астрологическим прогнозам. Возможно, это связано и с тем, что моя покойная супруга была весьма известным астрологом, предсказание которой пользовалась вся страна. Помните астрологические таблицы из «Комсомольской правды», которые висели в каждом офисе? Но дело не в ней. Астрология – это не наука. Ни разу не наука. Но это некая методология, пришедшая к нам из глубины веков, и она работает. Никто толком не знает как, но работает как часы. А Павел Глоба еще и чрезвычайно образованный человек, причем разносторонне образованный. Сам наблюдал, как на одной вечеринке он свободно цитировал Маркса на языке оригинала, например. Не уверен, что он обладает каким-то выдающимся мистическим даром, но по части методологии он безупречен. Судя по всему, во всем, что касается предмета астрологии, он знает все. Так что вот не стал бы игнорировать такое предупреждение. Вчера вечером на Украине случился блэкаут на момент 20:35 по Москве. Нанесены удары по Змеевской ТЭЦ и ТЭЦ-5 в Харькове. Сначала появились сообщения из Харькова, что во всем городе нет света, также и по всей Харьковской области. Света не было также в Полтавской, Сумской, Днепропетровской области, Одесской и Донецкой областях. Смотрим паблики. Лозовая полностью без света, Николаевка второй день без света, говорят, вроде и в Черкассах пропал свет. Отметим, что если пропал свет, то и интернет тоже пропадает. Так что все сообщения по слухам. Люди сообщают с мест. В Полтаве дали свет, но не 220, а 270. У народа сгорели холодильники, другая техника. Из-за перепада электроэнергии в троллейбусах возникли пожары. Не в одном, а сразу во всех. Есть видео. К счастью, пострадавших нет. Ну и так далее. Ну, на войне как на войне, но нанесение ударов по критической инфраструктуре может вызвать самые непредсказуемые последствия, в том числе и трагические. А вообще, точно освободительная миссия? После поражения в Лимане стали говорить о причинах плачевного состояния российской армии. С самого начала СВО потоком идут жалобы на связь. Отсутствие защищенной связи называется в качестве причин оставления Харьковской области и, собственно, Лимана. По сети гуляет фото полусгоревшего старинного здания. Это Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза Захарова. В 2011 году Минобороны РФ обменяла комплекс зданий РВВКУС на ДКД «Юбилейный» в Анапе. До 2020 года «Юбилей» находился в ведении Министерства обороны. Затем агентские полномочия в отношении неиспользуемого федерального имущества передали Финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом РФ». 8 июня 2022 года «Юбилейный» продали за 484 миллиона рублей известному местному предпринимателю. А училища связи нет. В 2011 году закрытое легендарное Ростовское высшее артиллерийское училище имени маршала Неделина. По настоящее время главкомом ракетных войск стратегического назначения является выпускник 4-го факультета этого училища, генерал-полковник Каракаев. А училища нет. Не нужно, оказалось. Вообще приказом министра обороны от 2011 года номер 1136 было ликвидировано множество военных учебных заведений. Почему-то в основном связи, артиллерии, авиации. А теперь, спустя 11 лет, имеем великолепный результат. Давайте я процитирую от греха Ходаковского. Он точно в курсе происходящего. Цитата. Все, чем больны мы, больная армия, только там это еще сильнее, потому что там непрививаемое, непроветриваемое помещение. И все бациллы, попадающие из общества в армию, там множатся интенсивнее. Когда мне в 2014 году сказали, что нас приписали к ЮЖВО, и это плохо, потому что он самый коммерческий, я стоял и минуту переваривал информацию. Округ, коммерческий.
А потом сам все увидел и понял. Когда пришло время передавать наши ополченские соединения под командование кадровых военных из Южбо, мне прислали нового начштаба бригады. Он повел себя так, что все в бригаде просто охренели. Например, на заявках на дополнительные боекомплекты для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал «Нахуя?». Через 2 недели в Луганске местная военная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу. Ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободной вакансии в разведроту. Он создал бизнес-подразделение, и такое стало довольно распространенным явлением. Конец цитаты. Выявили измену. Полиция Крыма организовала проверку после появления в сети видео, на котором финалистка конкурса «Королева красоты Крым» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона Калина». Ну, понятно. В прошлом гимн сечевых стрельцов. Видео-видео. 2 тетки на балконе выпивают и поют песню. Все. Глубоко копает контрразведка. Цитата. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейским материалам будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщили в МВД республики. Да. А я вот сам видел, как в автобусе один мужик во время выступления Путина непатриотично пукнул. Хотя, может, со страху. Тогда все нормально. Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Медько. Умер президент Арктической академии наук профессор Валерий Медько, обвиненный в государственной измене. Врагу народа шел 81 год. По словам защитников ученого, который с 20-го года находился под домашним арестом, все чаще увозили на скорой в больницу, а несколько дней назад его вернули на носилках. Он не мог ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой, лежачей больной. Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Далянского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 18-м году. По словам защиты, Медько обвиняют в том, что он, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, вывез в своем чемодане документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской. Ну ничего, есть еще специалисты, всех выявят и разоблачат.